Бэмми нахуй. Да, Да. розовому Розовому чудовищу. так, Или хилы. фиолетовому. Ну, блять, я даже не знаю, как они там будут хилить. Просто Святуха Пал вообще обязательно нужен. Пала в других нету. Какого он цвета? Ну, он розово-фиолетовый. Ну. Главное, чтобы он сдох. Вот ты во тьму будешь? Да. Так, сейчас. Или ваша даем-то? Все так же остается. Так, значит, свет танчит Лингрен. Во тьме дамажит первая пати. И... Кто там, блядь? Шелфир. И Валент. Нормально. А в свету, значит, три роги напуливаете на Лингрена. РДДшники знаете, что делать. Хан знаешь, что делать. По хилам. Варахель с ДЦ в свету. Два шамана и друид во тьме. Не проебите меня. Это самое главное. Так, а кто Варахель, да, во тьму идет? Нет, он в свету. Или а, в свету, блядь, у вас не будет... А, рарник, возьмите он тьму. Ну, Фридом будет один. Ни на кого не кидай, только кидай на... Так, Шелфир там уход в тень, не знаю, спасает, нет. Кидай на хилов только, вот на шаманов и на друида кидай. И флешками еще рарник помогает, это самая важная хуйня. Вот когда челики метку выносят, особенно хилы. А я первый третий тогда буду кидать еще. Ну, нет, ты просто вообще не кидай, и кидай только хилам. Если у хилов это самое. Если ну, дал фридом и в следующий раз опять хил, то капли ему заряжаешь. Там ДК спрашивает, ему наверх выходить, он в третьем пати. А я. Все готовы, да я что-то. На танке. Звезду. С треугольника будете заходить также. Вадикон дует инвалида рейса. Заходите. Так.
Сейчас двигаться надо уже. Да, начинаем вот это крутить. Хил, хил. Шаманы, блядь, цепуха меня не спасет нахуй. Цепуха вреет, волна в меня. Я гимн сдал. По мане смотрите. Мэтт Фокс, по бидону залей. Крутит еще будем. Дыхание. И... Че с хилом? Хильте? Их трое, только раньше 4 было, видишь, тяжело. Паза пошла. Как World сдох. Вот вышли, вышли. Кто остался, остается. Ладно, играем так. Сейчас меньше целей хилить, сейчас проще должно быть. Свету командуйте полностью. Пока все нормально. Эй, я метка. Метеор. Побежали. Хилы велос. Меча здорово напулил в нее. Изикин как? Стволку юзай. И в тьму заходи быстрее. Метка. На танке. Да. Метеор. По мане что-то придумал. Бежу. Валится. Это пиздец, нахуй. Я не... Да это залупа, падаем. Не захиливают они. Падайте. Да в смысле, типа... Они падают, нахуй, понимаешь, блядь. У тебя саппорт вообще есть? У тебя саппорта нету, у тебя ЛКшная фласка на СПД, блядь. Чё, по саппорт не попросить или как? Ну, а куда делся? И у инвалида нету, да? Я не понимаю. Но у меня это... стоит... Сопротивление расовое. Пиздец. Не бейте, не бейте. Ну понятно. Это, умирайте быстрее. Че, пирогом накрой. Пиздец, блин. Там пара моментов было, я почти умирал. Я на второй фазе почти умер, у меня 7000 хп осталось. Не знаю, нахуй, это хуйня какая-то, нахуй. Ну шаман не захилит свет вместо хэпала, нужен хэпал второй. У кого хэпал есть? Ну у меня хэпал есть, но я не уверен, что я выхилю. Не знаю, нахуй, это хуйня какая-то. Не захиливают. Плюса поставил. Ну как во тьме играете? Ну, у вас... Вот мы остались, да? Мы могли убить сейчас. Мы остались. 6 целей, 6 миликов танк и 3 хила. Вы хилите? Ну, я не знаю, там... На омоложении рейд живет, блядь, на буйном. Ну, появляется метка. Все 2 хила переключаются на метку и одновременно на танк. То есть, ты кастуешь вот на метку омоложение, кинул, жизни свет там 2 стакнул. Бидон кинул быстрее. Я вспышкой нахилил. Кастуешь волну, смотришь в танка, кастуешь волну, если он фуловый, кастуешь волну в этого, в метку. Метку, ну, волну докасал, волну в танк и чередуешь. Друид то же самое делает, покров в метку. Они, видимо, боятся просто, ну, во время лезвия, потому что не прохил был во время лезвия, они боятся триггериться на лезвие, типа там есть время до середины добежать между ними, дать один каст. И еще пару шагов сделать, потом опять каш. Ну типа я так стреляю. Короче, Мэтт Фокс Вердру. Мэтт Фокс Вердру. Вот я вспомнил, что у тебя спек есть. И четвертым хилом нахуй пойдешь в этот. В тьму нахуй. Вархель, как свету у вас хилится? Нормально? Да у нас все вроде нормально было. У нас там только танка хилит, я так понимаю. Да. Рианти, нет? Нормально себя чувствуешь там? Нормально все? Несложного нихуя там нету, вы увидели сейчас все.
Осталось только еще раз это ебануть. И все. Вот, Мудфокс, ставлю рыбу, жрите. Значит, Мудфокс, смотри. Твоя задача не обрыгаться. Давать буйный рост омоложения, нахуй. Захилить метку. Два друида держат просто рейд. Сейчас нас четверо будет во тьме. Да, может, один из нас кто-то будет это захиливать. Они просто... На одну цель. Они просто... Потому что я отвлекался. Они просто рейд... Тебя... Смотри, они просто рейд держат. У нас еще гимн есть. Делаем так, смотри. Бидон полностью на воде сидишь, на волнах. У бидона начинает мана садиться. Бидон, этот, ставишь тотем. Шалфир это увидишь и гимн ебанешь во тьме. Ну, только чтобы, ну, после лезвия там. Вот. А потом, ну, мэзикин играешь цепухи, ну, и быстрину по танку. То есть поменьше играешь волной, чтобы ману не просесть. А если сам подсохнешь, или бидон второй раз высохнет, то уже ты тогда сдашь. А друиды, ну, смотрите, и на раз, если у вас заебись все с маной, там напряга мало будет, 4 хила. Сейчас мы и вторую будем жить лучше, и в третьей тоже. Самое... А дамажить кто будет, блядь? Кого дамажить, блядь? Чё у вас, дамагом хуёво святой или чё? Нам хотя бы, блядь, в бершу упереться, нахуй. Мы не упрёмся. Ни разу не доходили. Мы никак не упрёмся, нахуй, в неё. Если никто не сдохнет, нахуй. У нас овер ДПС для этого босса. Ну да, у нас ДПС и нахуй ещё. Всё, проверка. Так, на диспеле кто там сидит во тьме из вас? И кто это может лучше всего сделать? Кто уверен? Бидон, все, ладно. Блять, он, видишь, на волне еще сидит. Это хуйня. Друид инвалид, ты на диспеле нормально, уверенно сидишь? Метки, которые... Давай, давай ты будешь... Спирить. Давай ты будешь запускать. Бидона освободите, чтобы он мне ГКД не проебывал от меня. Вот, вот. Три хила на подсосе, бидон на волне, нахуй. Вместо хэпала, нахуй. И все, и должно быть чики-брики, нахуй. Даю отчет. 4, 3, 2, 1. Кирсори, у нас фурик. Ну, фурик, блядь, истерию ему дал, нахуй. Бежали. Видите, растут или не видите? Видите, они вырастают? Или... Ну, отводите. Чтобы у них хп просто увеличится, их дольше бить. Может хуйня произойти. Они сами больше бить начинают. Бежали. Трэш бить. Соберется 1% фазы по трэшу, прям зерганите его в хлам, потому что уже фаза. Заходите с треугольника. Пизда, у меня такие лаги, нахуй. Лезвие бы первые не проебать. Сейчас будут, надо с этим шаром будет двигаться. Да, да, начинаем двигаться, готовимся. О, нормально, повезло. Так. Блять, ну хильте, ёкало мане. Уёбки, сука. Вы что, нахуй? Бараны, блядь, хилы, нахуй. У вас 4 лба, сука, тут стоит. Метку, сука, хилить надо, блядь. Сейчас двигаться надо будет. Короче, в Вадикон выйдешь свет, топу реснешь. Когда лезвие не будет, скажем тебе зайти. Сука, хилы, блядь, дрочеры, нахуй. 2% на фазы готовимся.
Пиздец, нахуй, три лба, блядь. Давайте быстро в портал. Документку не разлить. На автат. Сказал же. Ну, вот совпало, нахуй, давай падаем, хуйня. Да ебан. Блять, вас четыре. Заходите, падайте. Если вы с меткой заходите в портал, она диспелится. Там смотри, там тайминг такой. Вот это третье лезвие идет, и после него, то есть оно заканчивается, дается метка через пару секунд. Вот эту хуйню надо подсечь. И либо быстрее переводить. Ну сейчас из-за топа, из-за того, что топа сдох, мы быстрее не перевели. Поэтому мы-то раньше выходим, и уже начальника метка кидается. Они там выходить все успели. И кидается уже на тех, кто там остается. То есть ваша задача, вот мы как сейчас стоим, да, быстро появилась портал, вы съебались. Ну если топа сдох, то это получается, мы видишь, тайминг в тайминг попали, что метка появилась, и челик на портал тыкнул, и все, и она... Короче, тайландский прикол. Это залупа, нахуй. Ну, там короче, надо... не заходите с меткой в портал. Нет, ну а как он среагирует, нахуй, там доля секунды, нахуй. Ничего не сделаешь. Ну, либо это сидеть, кумекать эти все секунды считать, нахуй. То есть, либо заранее, ну, дольше бить, нахуй. То есть, стопать по нему. Ждать лезвия, блядь. Ну, это потеря, блядь. Мы, ну, вот слеживаешь метку на спринтах, летишь, просто спамишь в метку. И быстро заходишь, пока на тебя не прокнуло. Давайте, жрите быстрее. Сейчас топа сдох. Сука, не проебывайте метки, нахуй. У вас 4, блядь. 2 шамана, 2 эрдру, нахуй. Нахуя вас спекал, блядь. Метка, нахуй, не должна сдохнуть никак. Единственное, что ее там может убить, лезвие, нахуй. Че, его там не лезвие убило, просто метка загрызла. Метка загрызла. Это кринж, нахуй. Акош. Ну, прошло. Кидался. Не понимаю, куда ты мог кош отдать. Он выносил. Ему две я подряд отдал, метки. Я на первую отдал кош. Да, ему две метки далось. Подряд получил метки. Да я чё то. Эвил, дай, пожалуйста, стрим. Да куда вы бежите? Друид инвалид ресы. Миннорок ему. Давай, и друид инвалид, и мэд фокс. Бля, водикон, ладно, хуйся. О, блядь. Ладно, хуйся, блядь. Кринж, нахуй. Все захуярили, блядь. Ясно. Теор побежали. Просто тренера, да? Угу. Чтоб, блядь, было ему там нормально. Мне много не бывает. Один процент фазы готовимся. Так, ну вот скоро это... побежим. Вот в этом секторе начинаем. Двигаемся потихоньку. Угу. О, дружище упал рядом. Ёбаный насос, нахуй.
Блять, я не могу, ребята, это пизда полная, нахуй. Лагает? Нет, нахуй, у меня очко лагает из-за вот этой хуйни, два хила лежат, блять, на которых я, блять, надеюсь, нахуй. Пизду, падайте. Как Бидон и Мэтт Фокс, нахуй. Бомжи, нахуй, ну как, нахуй, они сдохли, кто видел? Лезвие, да? Бидон под лицо зашел, под дыхание. Мэтт Фокс. Нет бы... Правее взять и зайти в рейд. Мэтт Фокс, тебя жду. Как ты сдох? Мэтт Фокса не знаю. Не знаю, ГП, блядь. Зайдите, сдохните, нахуй. Ну там же есть у него... Спасибо большое. Бидон, умри, блядь, сними. Информацию что-то смерти покажи. Зайди в лужу, умри, бидон, блядь. Бидон. Люди сейчас с Винс будут заходить, нахуй. У них игра вылетит. Они, блядь, полчаса еще будут заходить. Все, заходите, Винс. И давайте резче, нахуй, резнулись и пошли. Это хуйня, а не трай, залупа какая-то. Вы будете когда-нибудь выживать? Ну это пиздец. У вас у всех лаги, что ли, 0 FPS или как? Я не могу понять. Как мы играем, блядь? Мэтт Фокс, Бидон, это пиздец. Метка на рарнике стоит сколько? Он не сдыхает сколько раз уже? Почему, блядь, вы не можете смотреть? Ну, Бидон выносил уже первую лужу, я не знаю, что там. Не, Бидон было. Зашел под лицо, его сдуло. Пизда, нахуй. Чем, мужики, какой-то трай? Я хуй знаю, 21-й. Нет, ты не служи, ты служи выбежал, и надо было тебе правее бежать, а ты прямо побежал, прям на босс. Мне с каждым разом тут видос все больше и больше нравится начинает. Стали побежать, стали побежали, вот это, да? Всем привет. Здорово. Вон, возьми Вилами. Накопало? Могу, кстати, зайти, за кого надо. Заходи. Кто почилить? Кто почилить хочет, нахуй? Алло, блядь. Больше слакать. Не, в архиле. Ну ты чё, бля, угораешь? Не знаю, в Кавилане будет хилить. Ты останься. Ай, блядь. ДДшники, нахуй. Так, ну вот смотри, я возьму хапала, мне его куда, в тьму ебануть, а шамана к вам отдать? Какой из шаманов хуёво в тьме себя чувствует? Прям заебался или хуёво, блядь. Давайте сделаем так, что нам убить надо, нахуй, не хуетой страдать. Шаманы. Кто в свету хочет почилить? Там весело. Там бегать надо, нахуй. В тьме пижи. Так, Мэзикин, в свет пойдешь. Так. В свету проще гораздо. Так. Мэтт Фокса тогда в сову обратно. Друида я выкину сюда. Так, а кого выкинуть-то, нахуй? Там кто-то уходит или что-то не вкуриваю. 2-8, да, почилит? Иди, чили. Пущите нахуй пачках на духов, нахуй, на шары пач какой-нибудь. Так, друид инвалид, я тебя свичнул, чтобы не там мана была от шаманов. В тьме и в свету. Значит, свет хилит Мэйзикин, Рианти, Верахель, 3 хила, 3 рыла. И тьму хилят Авилания, друид инвалид и Бидон. Это, смотрите, во тьме. Этот Мэйзикин, ты заходи тоже на вторую фазу, помочь им там цепухой. Авилания, твоя задача основная меня не проебать в тьме. Okay. Смотреть на рарника на нем кружок, не сдохнуть в лезвие, выносить. И остальные два тела, которые с тобой хилят. Вот если Авилания выносит метку, это пиздец, его проебать нельзя. В лезвие тебе забежать нельзя, блядь. Все надо сделать пиздец, так четко. Тебе СПД или саппорот? Будет скидывать метка. Саппорот. Чем метка? Кто будет скидывать во тьме, диспелить? Друид инвалид, ты во тьме. Ну я понял, может быть, не я. Тут... А то видишь, Шашама ушел, мне как бы надо сейчас рейд держать. А я так отвлекаюсь. Там Бидон есть, так и диспель. У тебя рейд на обложении в буйном росте держится. Ну так я все равно отвлекаюсь. Там хэпал, я могу подешить. Что там? Ну ладно, рарник и диспель, хули. Так, проще хилам будет. Давай ты тогда полностью диспелишь. Фридом, Авилания с рарником распределите. Типа проще, наверное, без лага будет. Вот рарник первый. Второй. Или озвучивайте друг другу, или как там. Ну я там сейчас мой. Да, буду говорить, я первый. Угу, окей. Так, рыбу я давал, нет? Он не давал. Так, буду 8 пока уберу. Типа пробуем. Уже заебался, нахуй. Давайте это убьем, слава все равно будет доволен, как видосина. Даже даю отчет. Зайдите.
80 лям вообще смехотура нахуй. Добрый вечер. У меня диспетчер, да. Так, 1% трэш ебаните, больше на дотах переведется сейчас. Там трэш исчез. Вот шо вам здесь гоните? Так, ну, шар в хвосте пролетает, это шар, который будет у хвоста. Короче, готовимся. Да, хули стоишь, ромбики. Отдыхнет этот мудак. Все, притяну на себя. Так, заебись должно быть. Сперва лезвие, потом метка. А, не наоборот. Сначала метка. И лезвие. Смотри, в шар не врежься. Кто там несет? Не врежусь. Нормально все. Ну, красавчик. Лучший. Фаза 1/10. Фаза пошла. Портал появился, съебались туда сразу. Да. Ну, метку только хуяно. Пизда. Метку ждать. Ну, я надо, да, да, походу надо. Да, нахуй. Я прям нажал и меня это. Да, блядь, натуре нам. Видишь, да надо ждать, натуре, сука. Ебаная залупа, нахуй. Я потому что анонс уже увидел, когда. Короче, смотри, это третье лезвие, давай знаешь, как сделаем. Стопаем. Сколько можешь ждать? Стопаем на 53%. Дамаг по боссу во тьме. Ждем лезвия. Когда они заканчиваются, переводим. Вот. Не, может, метку ждем? Или, ну да. Ну, метку ждем. Там надо, ну как, до процента подбивать. Что, сэвэдился босс? Нет, чуть ниже. Лужа какая-то. Да, вроде как. Короче, будем стопать. Да, потому что мы всегда вот эту... А там можно не стопать, просто метку подождать. Портал прям в нас появляется. Не-не-не, видишь, в чем проблема? Знаешь, почему нет? Потому что портал появляется в вас, а он изменит свое положение, будет в хвосте и в лице, нахуй. И... Так, ну, вот я первый буквально выхожу, за мной кто выходил, он тут же взорвал, он там секунд 10 же портал висит. Смотри, все равно. Ну, он сменит положение, ну, типа, это зависит от того, как... Лезвие, мы... потому что... Я, короче, надо стопать на 53% босса. Порталы начинают появляться на третьей фазе, не на второй. Фаза вторая, босс дает третье лезвие по счету. После них дает метку через 3 секунды или через 2 там. Мы эту метку ждем. Вот как оно и кидает метку, тогда 1% там переводим. Подбивать будет там один какой-нибудь человек. Пускай там кто там у нас. Ну, Вадикон пускай подбивает. Ну и кто-то еще, кто знает, там Шалфир. На проценты смотрим. На 53 стопнули. Все доты, автоатаку, все убрали, блядь. И все. И так самое заебись будет. Мы так всегда делали, блядь, на циркуле.
Другого варианта нет. Если ждать, порталы положения меняют. Если бы они были статичные, я бы не был бы не против. Вместо кого его взять? Вместо Рианти? Кто почилить хочет, нахуй? Кто заебался? Люблю щиты, заходи. Не, блять, хапал. Ну, я попытку. Ну как я хапала поменяю? Будет залупа, а не... ну поебень, мы сдохнем. Да, сейчас нормально хилилось. Сейчас я обосрался нахуй просто. Ладно, так играть будем. Идти проверка. Ой, дай масло в руки. Я передам сейчас им, там разберутся. Убери голду. Кто там? Рианти тут? Вот, давай это меня меняй на этого нелюблющий. Ты хули я тут балласт там вешу, блядь. Он получше меня хилит. Давай, заходи, нелюблющий ты. Кому еще масло там надо додашь? Он вообще тут? Алло. Его тут нету, нахуй. А чё, хилы саппорт пьют? А можно саппорт выходит, выходит. Саппорты по фул тьму. Топа, передавай там этот. Ну вот, я 8 хилю. Давай, считай. Обмен вадикона, кидай. Вот он поменяешь. Кто там следующий, призм? Призм, да. Спасибо. Пиздец, вот ты ушёл... А, вот он заходит. Ну-ка. Ой, шкаф ставим. Выходит. Ебать, опять ультиму. Если чё, в ШП позовешь. Да я не знаю нахуй, если чё, так можно ро просто дать нахуй. Давай заходи обратно ДЦшником нахуй. Чинтек вон сидит на ханте. Да, хули ГЦ нахуй. За убийство. Вот кто убивает, тот и получит ИП, блядь. Это всё хуйня нахуй на замене, блядь. Это не замена всё, это хуйня, блядь. Ну давай меня ДС во тьму попробуем, хули. Я на метку буду щит кидать, там выживаемость побольше будет. Ты тут не люблю щиты, нет? Сейчас вроде пати кинул. Алло, блядь, ты не улетаешь там, ничего? Ну, вроде нет, но просто вроде подгрузки были. Свет с тобой хилит, Вархель и Мейзикин. Ты диспелишь непосредственно в свету, во тьму не заходишь. С Ворохелем стоишь. Мезикин в тьму зайдет и к вам выйдет потом свет на третий. И Вилаша у тебя танчит. Босса и голема. А элитгрид мелких. Жри рыбу. Есть там рыба? Вон она стоит. Саппорт у Вадикона возьми. Или что там? Или СПД возьми лучше. Лучше ты мощнее были. Давайте, блядь, час нахуй этого ебаного гуся нахуй фиолетового, блядь, положим нахуй, как он заебал. Ебать, босс простой, как трёшка, падаем как... Как нульпяшка. Не-не-не-не-не, не надо, на второй, это оно в конце будет. Этот, даёт счёт. Будем стопать на 53, давайте это просто... Бойт на снежинке скользит. Только смотри, когда ты его поворачиваешь, ты беги так, чтобы он хвостом к рейду шел, потому что он рассекающим 10 целей, он сиканет нахуй, а хвостом просто застанет, еще можно выжить. Там две, блядь, бомж нахуй, пацан нахуй, просто, блядь. Ладно, это разминочный у него что-то. Этот, у нас сколько было? Друид инвалид резает ты во тьме, чтобы БР твой потратить. Иннер только. Все, больше никому не надо. Все, резай так, ману, как можешь. Отрезает, нормально. Бежали. Два процента это по трэшу сосредоточить, по боссу тормозить немножко, успеем его перевести. Сейчас трэшек и 1% на боссе дотками добивать.
вами переводим. Этот шар стоим еще, успеваем? Ну, походу, да. Ну-ка посмотрим, все трое. Вот сейчас... Если они отступать будут, идем в трусы. Вот сейчас наш сектор идет. А, вот даже, ебать, даже не анонса не было нихуя. Диспел? Не проебите мое хп, нахуй. Сперва метка, потом ждешь лезвие и выносишь. Так, вторые лезвия. Вторые лезвия, все. Вы че, сукины дети, нахуй? Ёбаные бичи, бомжи. Это, стопайте, дамаг. Ждем метку. Просто мы стоим сейчас и ждем третьих лезвий. Не бейте, 1%, никто не бейте, босс, уже уберитесь. Потом успеем процент перевести. Просто стоим, чилим нахуй. Значит, Свету, Вандикон реснешь Мэтфокса, Мэтфокс реснет Захарныча. Когда лезвие не будет, скажем ему зайти. Запомнили? Вот лезвие, в конце их появится метка. Готовимся. Метка уже была. Сейчас будет еще одна, на которой мы умираем. Ну да, 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 да. Вот сейчас... Ждите это, метку. Сейчас метка появится на ком-то. Вот, выноси, остальные выходите. Подъебало не занеси. Выходите, выходите. Это во тьме стопните дамаг немножко. Побежали метка. Так, Заханыч, ты вы разрезали там, как я просил? Я резнул, он встал в метеор. Ёбаный, я не вставал. Мэтфокс, я говорю. А. Так, ладно, в 5 пока играем. Минус там. Играем пока так. Значит, материальность. Свет стопните. Ну как, не полностью. Пускай роги только на автоатаке стоят, остальные убирайте доты, то есть не обновляйте. Метеор. Все, это свет побольше по боссу дайте, до 50. Что там? А, там 50. У нас стрэш. Да, хорошо, сейчас вроде 60 должно быть. Сейчас посмотрим. Нет, 40. Тормозите по боссу. Так. Что же сделать? Мы пока мобов льем просто. Проблема в том, что надо 60, чтобы босса бить. Вот сейчас 50. Подбивайте босса. Наверху побиваем? Да-да-да-да, до 40. Вы 40 увидели? Метеорит там. 40 свет увидели вверху экрана? Побежали. Побежали. Быстрее, быстрее. Это версии 250. Тормозите. Это хуйня, нахуй, надо в тему дамагера. Ну тут два тела сдохли, мы бы лучше сейчас сыграли. Так, ну, Седжу по команде. Седжу по команде, бегом в тьму забегаешь. Забегай, быстро в тьму забегай и ищи бок Халеона. И там будешь дамажить. Все, иди сбоку, к пацанам вставай. И дамаж. О, свет 60, дайте по боссу больше. 20 лямов всего на боссе. Верьте. Метеор. Держим. Все, должны убить. Главное, чтобы никто не падал. Надо 50-60 играть, чтобы свету 60 было. Давайте, тьма, хуярьте сильно. У нас полки никто. Блять, Макс сдох нахуй, я хуею. Давайте, жмите нахуй. Нормально, еще или минута 40. Играйте там. Вот, свет по боссу больше дайте. Метеор перебегайте, по боссу больше дайте, трэш успейте залить. Трэш всем скопом. Сейчас по боссу дайте до 50. Леон.
что Элем нахуй, играем нахуй. Может Геру? Да, Геру и там даем. Подъебал, вернись в рейд. Ты что, блядь? Свет по боссу больше. 70, этот, тьма стопните. Свет фул по боссу, фул, сука, по боссу, полностью. Дайте до 50 его, хуярьте. Выносите, играем. Побежали, метеор. Свет. Метеор, прибегайте и босса бьете, босса. Трэш не... Бьем босса, бьем босса. Не бейте, до 50. До берсы еще 40 секунд, успеем убить. Блять, Кирсори, бомж нахуй. Залейте, просто маленький затяните на Ленинграда и ебашьте хуй. Фул, фул по боссу, про трэш вообще забудьте. И там по боссу, хуярьте. Держу. 30 секунд. Все хуяем. Просто хуярьте, баблы готовьте, паладин и Лингрен, и хэпалы, все баблы готовьте на панели, если что нажимать. Скажу, когда берса будет. Два ляма, быстрее, хуярим. Должны, должны. Лям. Метеор. Надо бежать. 500 тысяч нахуй, 400, 300 тысяч, 100 тысяч. Разъебали лидера. Ебаный в рот, нахуй. Не почувствовали. Я понял, хуйня выпала. О, я бы собрал такое. Великая победа, Орды. Нихуя. Ну, конечно, лут. Персни, бля. Лут. Какие траи, такой лут. Луточку просто. Короче, смотрите, у меня написано 3000 за халика, так как первое, я вот не знаю, сколько вам дать. Двойное дам, наверное, и ладно. Чёрт, скилл. Двойное, я думаю, ну, тройное что-то дохуя будет? Или дать тройное? Нет, тройное, нет, тройное слишком дохуя. Да, двойное, бред. Давайте, 6000, короче, дам. Сейчас... За такие траи я бы даже двойное не давал, дал бы полтора. Вот видите, я пришел, сразу же убили. 0.5. Ну ты, бля. Самая херовая трешка. Так, давайте раскидаем сейчас этот лут. Ой, это мам, хуйня бисовая на меня. Че, кстати, вот у нас 40 минут осталось. Куда-то сгоняем, не? ИВК. ИВК? Не, ИВК, бля, тяжко нахуй. Кому надо прибарахлиться, можно только 10. Да, я давайте. Бы я бы сходил, да, то только чтобы кто-то собрал, поговорил, там я кем-то зайду там. Поиграю. Можно убить в десятке его. О, могу, так. Кстати, в десятку. Это на ханта, да? Бисон, хорош хант. Видишь, какой тебе шмоцы. Все, будешь 100к давать. Нет, это два кольца Эршалом или Холи Престол? Они Холи Палом для обоих. Это как ты один, я тебе даже... Холи Палом имба, конечно. Сколько там до бирсы оставалось? Секунд 20 я видел. Это там 10 секунд до берега оставалось. Что у нас слышишь, куча мечей упала. Этот, слышишь, это точно ханты бисовые на него будут? Ну, вот эти. Да, вот. Да, да. Хорошо. Бегает, половину отнял, так как это самое. Сколько кольцо стоит фул? 600 все стоит тут. Все ебать. 600. За 50 забери, да все. Хэпал, не вспомнили, говно кольцо. Ну тут... Говно, все, топ. Кольцо, кольцо. Вон это там, там Иршамчик нажимает бидон сотку, ну и Мэтт Фокс. Это не хэпарская кольцо. Вот, это тихо. Мэтт Фокс, вот ты задумайся, там духа нету, я не знаю, как оно пойдет Эрдру. Ну если говно, тогда не надо мне. Это Иршамик. А до берсы сколько было еще? Вот Иршами, 10 секунд. Иршами точно идет, ну, вот да, это первое. Ну и хапристовская. Слышишь, наверное. Мэтт Фокс, слышишь, ты тут? Ну, оно как? Да, блядь, оно не говно, просто там, я не знаю, забесните кто-то за Эрдру, кто там есть, кто понимает. Я просто... Да, везде МП5 профит ничем дух в бою. Ну, так его... Для короче, всех. Короче, Мэтт Фоксу... Для друидов я хуй его... Ладно, давай это. Мэтт Фоксу просто дадим и все. Он этот, не люблю и так там стриней нахуй, так что, блядь, пускай порадуются пацаны. Так, сейчас я шестерик дам. Я нахуй сидел, чихал просто 4, на третьей 500. Фазе, ебаный, блядь. А чё, а кому ты слово хотел в ботинке? Ещё кому-то нужны? Не, почему ты один там? Сейчас, зайду, затыкаю, потанчу, затыкаю. Так. Молодцы все. Ну, блядь, проебались мы, конечно, с вами тут, блядь. А чё, может, за Ломан сходим? Я хуй знает. Я бы в ТТГшку сгонял. Я не помню только, на ком у меня КД.